Всем привет, ребята, с вами я, Лёва. Я уже приехал в деревню. Я в деревне ловил насекомых в поле. И смотрите, что я поймал. Это то ли сверчок, то ли кузнечик, то ли саранча. Считаю, что это сверчок. Это бабушка считает, что саранча в деревне. Мама считает, что кузнечик. Вот, напишите в комментариях, кто это. Но я считаю, что сверчок. Потому что видите, какие усы длинные. Смахивает реально сверчка. Только размер не выдает. Вот вы на камеру видите то, что он типа огромный. На самом деле он меньше немного в жизни. Вот он, как вы видите. Вот у него брюшко какой. Когда я его только поймал, он тепленький был, тепленький. Нагрелся, потому что на солнышке. А теперь он холодно. А на самом деле они хладнокровны, они не могут быть теплыми. Вот, смотрите. Смотрите. Вот он какой. И вот он какой красивый. Он очень красивый. Напишите в комментариях, кто это. Наверное, снимем с ним версус. Еще у меня есть другие насекомые, про которые мы снимем следующий ролик. Короче, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Кстати, вот он покакал только что. Короче, всем пока. У него какашки такие большие. Короче, всем пока.